О, мы поговорим о входе или выходе в мостик из положения стоя. Да. Для этого первым делом нужно хорошо разогреть позвоночник. Опять же, обращаемся ко второму уровню сложности. Сейчас мы поработаем с этим, потом вернемся к рукам, а завершим все мостиком, окей? Встали на колени. Поза верблюда. Седьмая виньяса, положить руки на талию, да? Попрогибаться в грудном, не в поясничном, в грудном отделе. Грудь толкнуть вперед, макушку потянуть назад. Несколько секунд покачаться в этом положении. Прошу вас. Стараясь снять с груди, а с поясницы перенести на грудной отдел нагрузку. Несколько секунд дыхание свободное. Спасибо большое, дорогие друзья. Покиньте эту позу. Нет, не покидайте эту позу. Приготовьтесь к полному верблюду. Возьмите себя за пятки и не статично, а динамично покачайтесь грудью вперед, макушкой назад одновременно. Грудь вперед, макушка назад. Грудь вперед, макушка назад. Спасибо, достаточно. Отдохните. А лучшим способом для того, чтобы разогреть, уважаемые дамы и господа, позвоночник с прицелом на мостик, является, на мой взгляд, опять же, из второго уровня сложности, модификация, одна из модификаций позы голубка. Можно я ее покажу вот здесь? После того, как лучше всего у стены, чтобы руки не могли уйти слишком далеко, найти оптимальную дистанцию носочки стена, чтобы включить не только позвоночник, но и плечи раскрыть, плечевые суставы. Спуститься по стене, встать руками и покачаться у стены вот таким способом. А затем выпрямить руки. Постоять несколько секунд. Все желающие очень осторожно могут сделать это. Лучше всего, если у вас кто-нибудь будет подстраховывать. А можно за стены? А? Можно без стены? Можно, разумеется. Но без стены у вас может быть, как сказать, я не уверен, что у вас будет максимальная нагрузка. Нет, да. А? Может быть, надо?